попали в неприятную ситуацию. Вам открыто угрожает незнакомец. За вами кто-то идет в темноте или пытается отобрать сумку. Как защитить себя? Избежать неприятностей или даже проучить обидчика? Об этом в программе «Не боюсь». Не бояться нас научат мастера спорта международного класса, победители и призеры чемпионатов мира и Европы по карате Аня и Олег Ястребовы. Ребят, мы рассмотрим ситуации, так понимаю, самые разные, но очень распространенные, правильно? Да, безусловно. Какие неприятности чаще всего попадают люди? Когда к тебе подходят и разными средствами пытаются отобрать деньги, забрать телефон, обидеть, унизить. Как она начинается, эта ситуация, Ань? Ну, традиционно вы оказываетесь в каком-то безлюдном месте, на пустой улочке, там парковке, например, в подъезде, во дворе, и к вам просто начинает приближаться человек или группа людей. Вы уже начинаете подозревать, что намерения у них не очень хорошие, хорошие, то есть навряд ли они там хотят познакомиться и подружиться. И начинается какой-то разговор. Прежде всего, обычно начинается все с разговора, с так называемого какого-то базара. Такой, базар. Грубо говоря, да. Очень важный момент – это разобраться, где мы находимся, куда надо убегать. То есть бегство – это здесь не зазорно в этой ситуации? Абсолютно не зазорно. Если вы уже подозреваете, что люди перед вами не желают вам ничего хорошего, первый принцип – это избежать любого конфликта, любого контакта прямого, то есть убежать. Другой способ привлечь внимание людей, то есть кричать, остановить машину, человека. То есть любым способом привлечь к себе внимание, позвать на помощь. Как оценить нехорошие намерения? А вдруг человек просто просит телефон позвонить, ну вот у него карточка, закончились деньги, карточка села. Как оценить, как узнать человека с плохими намерениями, по вашему опыту? Я, в принципе, вообще бы не советовал чужим, незнакомым людям давать свой телефон и проявлять, скажем так, ну, такую прямую благосклонность. То есть, ну, почему? Понравился человек? Хорошо выглядит, хорошо говорит, подошел, попросил у вас позвонить телефон своей подружке. Ну, не знаю, не верю я в этом. Сколько у меня было ситуаций, сколько у Анны была ситуация. Ни одна ситуация с таким стандартным, скажем так, подкатом, она заканчивается только одним. Всегда. Человек, который просто желает выведать дорогу, скорее всего, будет это делать в людном месте. И в крайнем случае, если ему нужна помощь, телефон, он потерялся, безусловно, он не выйдет глухой где-то какой-то пятачок. Парк, сад, да, и не, будет, да, и не да. начнет ловить абсолютно одинокого точно. Прогуливающегося человека. Абсолютно точно. Поэтому согласна. Это уже первый признак того, что если человек к вам идет на пустыре, уже нехорошая ситуация. Причем эта ситуация, она одинакова, наверное, возможно, как для мужчин, так и для женщин. Конечно. Конечно. Здесь не имеет значения, герой вы или не герой. Не нужно вам. Особенно, если их много. Два человека, три человека, да. То это однозначно бегать. Лучше хорошо бегать. Да, особенно девушка. Ребят, вы говорите про там сад или парк с темной ночью. Не обязательно. Я вот помню даже по юности, возможно, сейчас такого уже нет, спальные районы, да. Среди бела дня случались неприятности. За киоск просят. Подойди, пожалуйста, мы тут тебя кое-что спросим. То есть вы уходите, вас вытягивают с освещенного места за какую-то преграду, где с вами хотят поговорить. И вы уже должны понимать, не надо туда идти. Угу. Глупо. Итак, ситуация первая. К вам подходит незнакомый человек и просит закурить. Хотя может попросить мобильный телефон или даже спросить, как пройти в библиотеку. Вы понимаете, что встреча эта не сулит ничего хорошего. Выражаясь народным языком, вы попали в ситуацию гоп-стоп. Что делать? Важно оставлять его на определенной дистанции, то есть он должен быть в поле вашего зрения. Вот это вот примерная дистанция, на которой еще более-менее может считаться безопасной для вас. Это дистанция, на которой вы должны попытаться договориться. Если вы видите нож или пистолет, оружие, желательно, рекомендуем сразу отдать все, что они от вас хотят. Если вы видите, что он уже что-то достает,
из кармана, однозначно нужно действовать. Или бить в пах сразу же. Любой шокирующий, упреждающий удар и убегать. Ничего хорошего он оттуда не достанет. Договориться не удалось. Удержаться на дистанции безопасно с ним не удалось. Он идет в обострение. Он подходит к вам, приближается. Что нужно сделать? Здесь рекомендуем упреждающий удар. Кулаком в подбородок, в челюсть. Любое движение, кадык, нос. То есть шокирующий удар, который вызывает болевой шок. И опять-таки убежать. Убежать как можно дальше, разорвать дистанцию, уйти от конфликта. И тем более, если женщина, ногти есть, рекомендуем сразу кинуть руку в лицо, выбросить в глаза. Вторую, вот так, вот. То же самое, разрыв, убежать. Он пошел в атаку, бьет. Мы дождались удара, бьет. Важно заблокировать. И быстро ударить любой встречный. Опять-таки, может быть, все те же проработка челюсти. Любые удары по ушам, хлопки, по глазам, пах, колено. Оттолкнуть, убежать. Если идет захват. Простой какой-то такой, он хочет поговорить. Я могу задействовать локти. Опять-таки, все, что я умею, царапать, бить коленом, толкать, вырываться. Ну, если захват более... такой близкий, мы близкой дистанции, то же самое, здесь удары, здесь любые, все, что вы можете, захват руки, бороться не надо, крутить не надо, сбросить, убежать, нанести шокирующий удар, разорвать дистанцию, у нас нет цели с ним бороться, сражаться, тягаться, если бьет еще, уходим с линии атаки все время, если наносит удары, уходим, уходим от него, начинает цепляться, давай. Убираем руки, убираем, 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 убираем. Пошел вон, ушел. Разговаривает до последнего, ручки. Все время здесь, все время, все нормально, все хорошо. Все нормально, все, все хорошо. Далее, не дать обойти. Не дать обойти вас, вы должны видеть нападающего. То есть шок, он сзади, и для вас это уже чаще всего проблема, которую вы не сможете решить. Те удары, которые мы сейчас демонстрируем, они не являются нокаутирующими. Как правило, если вы не профессиональный боец, вы не сможете его нокаутировать и надолго вывести из строя. Это даст вам время. Любой шокирующий удар просто дает время по болевым точкам. И еще по ним нужно попасть. Поэтому, опять-таки, если вы женщина, просто выбрасывайте в лицо руки. Это неприятно. Воспользуйтесь всеми подручными материалами, которые у вас есть. Ключики, телефончик. Простой способ. Удар будет с телефоном все равно более болезненный. По височкам, в пах, куда угодно. И убежать. Если вы не успели заблокировать, если вы подозреваете, что дальше будут бить вас, ложитесь, прикрывайте жизненно важные органы. Отдавайте все, опять пытайтесь договориться. Он бьет, защищайтесь. Подставляйте плечи. Уворачивайтесь, руки выбрасывайте, подставляйте, уходите, поднимайте плечи, закрывайтесь, глухая защита. Если бьет пах, уводите колено, колено, колено. Итак, если вам не удалось избежать прямого конфликта, бояться поздно. Нужно действовать. Бейте первый, наносите упреждающий шокирующий удар. Бояться в этом случае уже не надо. Итак, самое важное, чему я сегодня научилась, это попытаться избежать конфликта. Кричать, звать на помощь, делать что угодно. Но если встреча с противником неизбежна, атакуем обидчика. И главное, быстро убегаем! На самом деле, это несложно. Говорю вам, как человек далекий от восточных единоборств, впрочем, так же, как и от северных, и от западных, и вообще от физкультуры. В следующей программе мы узнаем, что делать в ситуации, когда знакомство добивается пьяный. Смотрите нашу программу и ничего не бойтесь. Пока!